Ну что, день сурка, дубль два, неугомонные. Так что, друзья, привет всем. Едем опять пытать судьбу. Потому что такую рыбу ловить одно удовольствие, отказаться тяжело. Так что собрались, сегодня еще денек смотаемся. Пожелайте удачи! С вами канал Карелия, все рыбалки и не только. Подписывайтесь на канал и обновления. Комментируйте, ставьте лайки. Самое интересное впереди. Ну что, друзья, сегодня у нас пока не очень. Ну вот второе место мы сменили. На первом месте я потом покажу. Андрей хорошую поймал. Хорошую. Вову одну небольшую. Переехали сюда. Андрей уже две небольших. И одну. Одну. Опять же хорошую. И я одну. Ну, такую. Небольшую. Очень тяжело раскачивается. Но непонятно, что, где. Вот, вот представьте, вот такой объем. Вот, ребят. Это не платник. И вот на таком объеме надо ее найти, концентрацию. Штучно ее ловить, конечно. И поклевки сегодня. Может, что-то меняется, может, не знаю. Может, на что-то и влияет. Да навряд ли. Все, вчера она нежно брала, но сегодня она вообще просто. Просто. Тик-пэк. И ушла. Ладно, рубачим. Пока. Пока не включался, потому что ну, показать нечего. Смотрим, что-то нацарапаем. Вчера-то хорошо. Вчера вот 30 штук. Из них, ну сколько, 5, наверное. 5 небольших. Остальные все монстры. Вот только что включался, поплакался. Вот такие вот. Если небольшие, то они вот такие. Ну, есть покрупнее, да вот тощи до килограмма. Вот такие есть. И есть вот те монстры. Выплакал рыбинку. Ладно. Чё поймал, Андрей? Чё поймал? Ага. Ладно, рыбачим еще. Посмотрим. О, ребят, сразу тут закинул вторая. Вот такая вот. Хорошенькая форелька на копчушку. А эту хоть ловить. Это хоть ловить более-менее. Так что расклевалось. Ну вот. И Вова хорошую взял. Молодец. Отличился. Ну, это уже едовая. Да. Ну, потихоньку наковыряем. Хороша рыбина. Ладно, она маленько тут еще. А? Четвертого раза. Да. Я не стал потерять, но вижу, что она нет. Надо маленько еще пробурить, попробовать. Ну что, еще Андрюшка небольшую взял. Так что. А? Я свою. Понятно, небольшую. Ну что, пробуем, ребят. О, Андрюхе вторая подряд. Подбила или слабо брал? Бьет. Бьет, но у меня там тоже вот две сразу подбило. Потихоньку ловится. Давай, показывай. О, какую монстрилу взял, видите? Да, красавец, чуть впер. Хорошо. У меня еще одна, четвертая, небольшенькая. Пока монстры у меня не клюют. Да это и ладно. Этих тоже интересно ловить. Фух. Ну такая же килограммовик. Вот такая вот.
зараза. Тихонько процесс идет, ребят, идет. Вот, друзья, хочу тоже, ну, как бы поговорить, интересно просто. Ну, уже неоднократно мне комментарии пишут, что вот... Ну, я сразу отметаю комментарии, ребят, что там привез рыбу, там это, фотографируешь. Это нет. Это вы можете думать, как хотите. Это ваше право. А в то, что вот вы... Что как снять поклевку? Конечно, был бы контент интересней. Но я вам честно скажу, прежде чем что-то писать и как-то советовать, надо хоть раз попробовать что-то самому. Понимаете, честно скажу, я все-таки рыбалку люблю больше, чем снимать. И цель моя, ну, мне интересно, я снимаю. Но я вам честно скажу, что чтобы был такой контент, это нужен оператор. Нужен человек, который, чтобы за тобой ходил, снимал тебя. А я все делаю самый один. Вот поэтому у меня камера, она почему так, ну вот бывает, что плохо видно это. Она у меня на груди, чтобы батарейка не садилась, это раз. А во-вторых, я постоянно двигаюсь. У меня, я активный рыбак. Ты постоянно двигаешься, ты постоянно это, бывает даже забываешь, это азарт, понимаете? То есть не цель снять там полноценное какое-то кино, нет. Вот от первого лица, вот то, что есть, вот то оно и есть. По-другому я пытался, то очень много надо время. Очень много, и у меня есть да, и вторая камера, и поставить можно. Да и есть у меня видео с поклевками и со всеми, все это есть. Но, ребят, я вам честно скажу, просмотры такие же самые. Так что спасибо за участие, конечно, что советуете. Я это немножко все понимаю. Ну, не могу я с собой справиться. Еще повторюсь, рыбалка для меня интересней. Для меня вот эти вот вываживания, переживания, я бывает даже забываю то выключить камеру, то включить. Потому что это процесс, это азарт. Так что, что есть, то есть. А то, что канал не растет, это им надо очень сильно заниматься. Не все так просто. Не все так просто. Поэтому. Вот видите, вот она, включена камера. Вот она, и сколько вот я буду тут стоять. Ладно, все, отключаюсь. Так что кто понимает, тот понимает. Повторюсь, я рыбак. Мне это интересно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну вот уже вот за килошечку. Вот такая рыбинка красавица. Вот и представьте, это я вот с вами беседовал. Сколько? Это я бы еще час. Час. Ходил бы с камерой. И ни одна лунка. Так что, ребята, ж не обессудьте. Должны вы понимать. Да, хорошо, когда там другая рыбалка, прикормите. У меня есть такие видео, где я там плотву ловлю, кормлю. Там еще. Но такую рыбу, как хариус, как форель. Нет, она не. Ну, может, где-то есть. У нас такого нет. Можно, конечно, и там вот тоже у меня есть старое видео. Нарвались мы там, таскали там. Все снимается. О, брат тянет. О, небольшенький. Молодец. Так что вот как-то так. О, беленькая какая, красавица. Видите? Вот это рыбка. А видите, я не удержусь. Хуй, говорите, купил, привез. Я ее чуть взял в лунку, такую дурынду. Вот он и купил, привез. Ладно, что-то я разошелся. А, все хорошо. Вот попробую, ребят, сейчас для вас. Вот все какие-то поклевки идут.
Не знаю. Видно, что вот и все, видите? Поклевки были. Скорее всего, она очень нежна, очень нежна. Вот же гадость, не хочет. Ну вот все, так больше не клюнуло. О, красненькая. Такая. И не черная, и не светлая. Да ладно, что-то говорит, еще разговаривает. Привет вам, ребят, передает. Ай, дурил. Это хорошая рыба. Ладно, потихоньку убирается. Ну вот это, ребятки, вообще хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это кабанок. А? Как он такая рыбина? Посопротивлялась, нервишек. Трепанула нервишек-то. Ух. Вчера я Андрею говорил, рыбу привез, тазик кинул. Кузя, котик маленький. Прям на нее забрался. Целый плавник вот такой боковой отгрыз, съел. Эх, грызет. Подгрыз плодовольный, пошел, все, поел. Опять монстрик. Ай, красавец. Вот какой монстрик у нас сегодня. Аж один. Ну что, красотка. Все, победил я тебя. Победил. Три штучки вот с одной лунки, ребят. Хороша рыба. Ну что, вот больше часа, часа полтора, наверное, катаемся. Вова одну взял, Андрей одну небольшенькую взял. Затишье прям, как перед бурей, что ли. Не найти, нету. Нету. И слышно, люди гудят снегоходы. Видно, тоже не все просто. Штучно, да, штучно, мелко и то штучно. Ладно, крупное. То и так. Ладно, будем двигаться потихоньку к дому. И пробовать. Там. Будет что-то, значит будет. Нет, значит нет. Все, друзья, завершаем мы еще одну рыбалку. Сегодня, конечно, крупных поменьше, да? Вот, смотрите. Но есть все равно вот такие вот дурынды. По количеству больше, но мелкой форели очень много. Хрюсков вот попали, неплохо поймали. Видите, какие хрюшки? Прям хороши. Окушки. То есть порыбачили, поездили. Много опять. Где искали, бурили. Не везде. Где-то есть, где-то нет. Но я не скажу, что ее много ушло. Или то, что акватория такая здоровая, искать надо. Ладно. В общем, вот такая рыбалка. Считаю, что все хорошо. Рыба поймана. Так что
Всем удачи на ваших водоемах. Пусть вам везет так же. Все, пока. Ставьте лайки.